числа. Снимается маска и голограмма. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, у нее на голове венок, как фата идет вниз, белая. Венок. Фата. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Майю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Майи поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Майю, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она боится сущность какую-то, но говорит, если он мне разрешит, то да. Майя, мы выведем все сущности сегодня из вас. Если вы не дадите разрешение, я могу сущность уничтожить. Она дает разрешение, но она его боится. Отлично, сейчас решим, узнаем, кто это. Я даю команду, сканер сканирует этот венок с фатой над головой Яны, отключает его полностью. До последнего чипа, датчика, импланта, конвектора все выходит с сопутствующими энергиями, отправляется в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть. У нее еще цветы в руках. Отправляете цветы в эту же клетку. У нее руки завязаны, чтобы она их держала. Разрезаете веревки. Отправляется в клетку. Готово. Отлично. Все в клетке? Да. Так лучше, Майя? Она плачет. Выстраивай канал от этого венка, от этой фаты, цветов, веревок к ответственным. 1, 2, 3. Притягивай в клетку и тюрьму, где бы они ни находились. Это ящер. Отлично. Считай цифры над головой этого паразита. 701. 701. Ну что, ящер, пришло время отвечать за свои поступки. Он рычит. Влад, дай ему удар спиралью в горло. Удар. Он теперь фальцетом рычит. Что? Фальцетом рычит. Визжит, в общем. Визжит, хорошо. В моих руках появляется живая плазма. Если ты сейчас рот не закроешь, я тебя сожгу. Ты будешь отвечать. Он успокоился, сел, смотрит и икает. Убираю живую плазму. В этой комнате диагностики есть правило. Ты отвечаешь на вопросы, ты заложник. Ты сегодня будешь отвечать на все вопросы, которые я буду тебе задавать, чтобы установить степень твоей ответственности. Ты перешел все границы, ящер. У тебя массивнейшее воздействие. Я сегодня буду все возвращать назад. И потом будем решать с тобой, что делать дальше. Я даю команду сканеру, на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Майи, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканирует все 7 тонких тел, Майи находит все. У нее вес, инкуб, красный дракон и арахноид. Считаю цифру красного дракона над головой. 38, 17. Что ты здесь делаешь, красный дракон? Не понимает вопрос. Не понимаешь вопрос. Хорошо, повторяю вопрос. Что ты делаешь в этом биополе, красный дракон? Питаюсь энергиями. На каком основании ты находишься здесь? Контракта нет, но есть устный договор, во сне заключенный. Сидит в сердечной чакре и распыляет ее. Любитель распылять? Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Но он кричит: выключи, я не переходил границ. Выключая печать. Сколько ты находился в этом биополе, дракон? 4,5 года. Хорошо, проверим. Какой вред ты ей нанес? Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 2. Инкуб, сколько ты находился? 1 год и 7 месяцев. Считай герцовку беса над головой. 9. Сколько ты находился без? 3 года. Хорошо. Контракта, я полагаю, ни у кого нет. Или есть? У кого-то контракт письменный? Нет. Кто из вас находится еще в квартире Майи? Бес. И? Дракон. Арахноид. Бес. Дракон. Арахноид. Мы сегодня чистим эту квартиру, поэтому мы сегодня с вами еще будем встречаться. А сейчас мы начинаем работать.
Я даю команду тонкой копии МАИС проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к мае, энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваем отдельный канал к венку с фатой, цветами и этим веревкам. И реверсом отдаем весь негатив, который получила Майя от этих артефактов. Майя, как вам сейчас? Легче? Уже не боитесь? Она не хочет туда смотреть. У нее боль уходит к этой фате. Боль уходит к фате, да? Да. Майя, вы хотите эту боль вернуть тому, кто вам эту боль дал? Если можно. Мы дойдем до этого момента. Я вас попрошу вспомнить все ваши страдания за это время. Кстати, информация. Сколько я еще находился в этом биополе? 8 лет. Майя, у вас будет возможность вернуть боль за 8 лет до последней частички. И мы посмотрим, как это все будет отлично на нем воздействовать. Мы дадим ему сегодня откат. Он должен получить цену, которую он заслужил. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Майя забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Майя себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Такой свет идет. Радость, свобода. Сканер, сколько процентов души у Майи, полнота души? Считай, пожалуйста. Пока возвращается, и все. Хорошо, пусть даст 2 цифры до того и после того, как возвращается. Сколько мы заберем? Пусть сканер оценит. 93 у него. 93. Значит, 7% он украл, да? Или он... 102. Сейчас? Вернулось 102. 102. Хорошо, значит, 9%. Реверс закончился. Хорошо, 9%. Отлично. Арахноид, выходи, снимай всю паутину, которую ты оставил в ее биополе. Вытаскивай все свои иголки, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка для всех будет проводиться сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, или забудет, или не вытащит, обманет, просто сгорит в этой клетке. Все. Приступай, арахноид. Достает иголки с головы. Какие боли были, арахноид? Точечные. Мигрень? Нет, это не только в голове боли. Они на все тело действовали. То есть это как нервные окончания. Он бил в узлы нервных окончаний. Да. Я это видел сейчас. И у него болело вообще все тело. В разных точках. Да. Какой тут врач определит? Никакой таких врачей нет. Он забрался. Хорошо, красный дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Ничего не забывай, приступай. Сердечная чакра у него красная такая, воспламеняющая. Как это действовало, когда ты воспламенял сердечную чакру, красный дракон? Что она ощущала? Настроение, перепады. От хорошего к плохому? Агрессия, гнев. Ну, если уже гнев там есть, то уже и бес в игру входит. Так, бес? Так. Скажи мне, бес, есть ли лярвы в биополе Майя? Да, есть. На спине, низ живота. Они тебя интересуют? Ноги, конечно. Они... Хорошо. Я отдам их тебе, придет время. Я дам отдельную команду на лярвы, когда придет твоя очередь. Ждем красного дракона. Он снял. Хорошо, выходи без, отключайся, снимай все, что ты оставил. Он утяжелял ее, у него стоит утяжелитель, как качели, вниз. То есть это все, что было, еще усугублялось, да? Ей не хотелось ничего. Он вызывал в ней апатию и нежелание вообще делать что-то. Хорошо. Майя наверняка знакомы эти чувства, и вот кто их сделал. Кушать, пить и ненавидеть себя, он пытался из нее. Кушать, пить и ненавидеть себя. Ну так уже недалеко и до контракта с тобой, бес. И он старался, он снял. Хорошо, разрешаю тебе снять все лярвы и забрать с собой. Приступай и возвращайся назад. Готово. Хорошо. Сканер, я прошу тебя, просканируй сейчас Майю на чистоте ящера и его подключек. Осталось ли что-нибудь еще в биополе? Мелкие частицы уничтожай на месте, крупное выводи в шар. Приступай. И у него есть конструкция.
У ящера конструкция есть. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер отключает конструкцию Майи. 1, 2, 3. До последнего чипа, датчика, импланта, конвектора, подключки. Все это выходит вместе с сопутствующими энергиями. Зависает перед Майей. Это такая как Z-образная спираль или палка. Она по позвоночнику идет. Готово. Выстраиваю канал от Майи к этой конструкции. И Майя реверсом отдает весь негатив. Все, что негативное и патогенное она получила от этой спирали. 1, 2, 3. Мощный поток пошел назад. Возвращаем все назад. Грязь идет. Холод идет. Холод. Хорошо. Ты убери ее. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Устанавливаю фильтр золотой сеточкой на эту спираль и реверсом забираю. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Чакрам энергии возвращается. Готово. Включаем внутренний белосвет Майи. Этим светом она выдалит из себя все негативные патогены низковибрационной энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Формируется шар перед ней. Готово. Открывая под ним портал в галактическое ядро и скидываем этот шар на переработку, закрывая печать, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У нее канал с инкубом еще. Моя ошибка. Хорошо, стоп. Инкуб, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Он уже обрадовался. Не-не, инкуб. Так легко не будет. Лента он с нее снимает, как кожаные. Это? Хорошо, рассказывай, как это воздействовало на нее. Что она ощущала на физическом плане, инкуб? Удовольствие ощущала. Это ты ощущал удовольствие. А потом что было после этого удовольствия? Какое чувство было? Желание, возбуждение. А противное не было после этого? Немножко чесалась кожа. Как ты воздействовал на мужчин в ее окружении? Как они ее воспринимали? Обычно воспринимали. То есть ты хочешь сказать, ты не прятал ее? Ты не делал ее аттрактивной для противоположного пола? Нет. Хорошо. Снимай все, возвращайся. Не прятал. Хорошо. Готов. Хорошо. Теперь даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Арахноид красный дракон. Я сейчас открою вам портал. Вы пойдете в квартиру, соберете. Как я уже сказал, все. Дожидаетесь меня, я проверю, отпускаю вас на вашу чистоту в первый раз. Понятно? Да. Открывается сейчас портал в квартиру Майи. 1, 2, 3. Красный дракон с арахноидом уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Перес, кто хозяин в квартире? Ты или еще черт есть? Я. Кошку мучил? Не мучил. Хорошо, открывай тебе сейчас портал в квартиру. Ты пойдешь, соберешь пока все свои комочки, одеялки, сеточки. Все, что ты раскидал, потом покажешь мне порталы в квартире, я их закрою. После этого я еще соберу весь негатив в квартире и отдам тебе в дорогу. Как тебе такой план? Устраивает. Открывается портал в квартиру. Майя, 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал и дожидается нас там. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Майя. И вот мы возвращаемся назад к нашему разговору о боли, которую вы ощущали 8 лет. Вначале, когда мы здесь встретились, полчаса назад, вы плакали и боялись даже, что вам кто-то что-то не разрешит. Все это унижение, всю эту боль, вы можете ее вспомнить о ней? Могу, но не хочу. Я так рада вернувшимся энергиям, я их чувствую. Вы должны отдать мне эту светло. Боль. Вы хотите избавиться от этой боли, которую вы ощутили? Хочу. Отлично. Выстраиваем канал от Майи к этому ящеру. 1, 2, 3. Первая команда. Установили венок, фату с цветами, веревки, конструкцию, спираль на те же места, где были установлены у Майи. 1, 2, 3. Перепрограммирую их. Ящер стоит в фате с цветами. Замечательно. И даю команду на счет 3 Майя вы. Отдаете всю свою боль, которую вы получили от него. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Все отдаем до последней частички. Активируй сейчас фату, венок, веревки и конструкцию. Точно так же, как и он. На ток энергии. Пошел процесс. До 100% всю боль возвращаем в течение 1 минуты.
Это все начало вибрировать, фата, она как чипом ему в голову впивается. Под венком там чипы, крепления такие. Отлично. И он мокрый стал весь. Процесс закончится только тогда, когда вся боль, которую Майя получила, вернется назад тому, кто ее причинил. Все тогда автоматически останавливается. Он как-то пищит, у него вот эта спираль еще стоит в горле. Сила моего намерения, эта спираль выходит из его горла. Открывая портал в галактическое ядро, спираль уходит на переработку, закрывая печать и расстреляя. И к нему вернулась вся боль, и он как-то скулит, что ли, сказать. Вот, ощутил, как человек 8 лет жил. Стонет. Бывает. Хорошо. Майя, вам легче? Она смеется. Отлично. И сила моего намерения сжигает этот канал к этому ящеру 1, 2, 3, открывая портал в галактическое ядро, и этот канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. У меня здесь ящер 8 лет с конструкцией, веревками, фатой и цветами. Заберем, разберемся. Хорошо. Какой красивый. Да. Добро пожаловать. Вежливости не отказать. Готово. Хорошо. У нас ничего в клетке больше нет? Нет. Ну, отлично. Ну, ящер уже не скоро вернется. Поехали по частотам. Готово. Хорошо. Майя, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Радостно. Счастливо. Отлично. Я полна энергии. Замечательно. Наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса, как выдавливать негативы из себя, как заправляться энергией. Сейчас мы перейдем. Эти сущности больше к вам уже не придут. Сейчас мы сразу, после того, как вернем вас назад, перейдем к чистке вашей квартиры. И после этого у вас будет и защищенное помещение, и чистое биополе. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Майи в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, отключаемся от объекта. Квартиру Майи ты видела. И на счет три ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Я здесь. Хорошо, входи в квартиру. И я даю команду на счет три ты устанавливаться в одной из комнат. Пошел процесс. Арахноид, красный дракон, бес, две воронки, неупокойная душа. Рептилоид и два Грея. И два веселых Грея. Поехали. Арахноид, ты все собрал? Да, он все собрал. Хорошо. Я тебя отпускаю. Больше не приходи. Мы все будем здесь закрывать. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Есть. Красный дракон, ты все собрал? Все собрал, как обещал. Я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше к этому человеку не подойдешь и в его квартиру тоже. Платы снял с потолков. Даю слово красного дракона. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Бес, ты все свое собрал, я полагаю, да? Снял все сеточки, комочки. Хорошо. Одеяло. Я сейчас со всеми разберусь и потом перейду сразу к тебе. Под двумя воронками открывается воронка в галактическое ядро и уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Рептилоид с Греями. Сколько вы находились в этом доме? 7 месяцев. Какая цель вашего пребывания? Отток энергии. Понятно. Вы собирали почему здесь энергии? Ее здесь много и здесь вырабатывают или как? Или вы что-то установили? Разные энергии. Назови, какие именно. Разные энергии разных жильцов. Это негативная энергия, или это позитивная, или это жизненная энергия? О чем мы говорим сейчас? О энергиях душ. О энергиях в доме. Понятно, хорошо. Значит, там у вас достаточно было. Как вы? Вы активно действовали или пассивно? Вы собирали? Пассивно. Собирали в платы. Но платы на основании
эмоций. То есть вы никак не воздействовали на этих людей, живущих в квартире? Нет, мы собирали эмоциональные сгустки, летающие по квартире от людей. Я вижу. Хорошо. Собирали наши платы. Понятно. Рептилоид, ты кто? Военный или ты лаборант? Лаборант. Хорошо. Грей, выходите, собирайте все, что вы оставили, отключайтесь полностью, возвращайтесь назад. Приступайте. У них по всему дому платы. Что-то коридор, так офис, много не... спальни. Все сняли. Хорошо. Рептилоид Грей, первый раз я отпускаю. Вы больше не придете в этот дом. Вам это понятно? И к этим понятно. Людям. Готовы уходить? Готов. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоидов, один на чистоте Греев. Грей забирает все, что принесли, уходит в свой портал. Рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Неупокоенная душа, представься, как к тебе обращаться? Гильда. Гильда. Мы приветствуем Гильда. Как давно вы закончили свое земное существование, эту жизнь на Земле? Она ворчит. Она хочет, чтобы ее отпустили быстро. Она умерла в 95 лет. Угу. И хочет выйти. Как долго вы находитесь в этом доме, Гильда? 3 месяца она ждет уже. То есть вы знали, что будет чистка квартиры и пришли не в квартиру? Знала. Понятно. Хорошо, Гильда. Итак, я так не понял, как, когда вы умерли? Сколько лет прошло? В 2007 году умерла. Хорошо. Все понятно. Готовы уходить? Давно готова. Хорошо. Открываем. Значит, 3 светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Гильда уходит в этот портал. Желаем ей всего хорошего в новой жизни. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ворчливая бабушка. Посмотри, 95. Да, она, кстати, знаешь, сколько энергии там отсасывала, чтобы 3 месяца сидеть. Я могу себе представить, что она от всех... Ну а что, я же не могу ее не отпустить. Все ушли. Наши 3 появляется перед нами. Нами тонкая копия кошки Муша. 1, 2, 3. И Муша стоит перед нами. Да, есть Муша. Хорошо, Муша, мы пришли тебе помочь. Тебя тут никто не обижает. Видно на ней что-то, Вера? Обижает. Обижает кто? На беса шипит она. Ваня, бес, ты же мне сказал, что ты котика не обижал. Он ее истощает. Каким образом? Кушает. Он в нее селяется и кушает. Потому так что это... по-другому он не может кушать. Так это таким образом получается, можно объяснить вот этот постоянный ее голод, когда она ни с того ничего постоянно хочет есть. Это твоя работа была, бес? Он все съедал, она была голодная. А он не может по-другому кушать еду материальную. Некоторые в людей вселяются, чтобы пробовать им вкусно. Да, есть такое. Он вселился в кошку. Довольно редкий случай. Хорошо, Муша, сейчас мы тебе поможем. Мы с этой ситуацией разобрались. После этого ты будешь всегда сытая, и никто не будет твою еду забирать. Включаем внутренний белый свет Муши. 1, 2, 3. И этим светом она выдалит из себя все негативные, низковибрационные, патогенные энергии, находящиеся в ее биополе. Все это выходит, формируется в шар. Вышли. Шар вышел. Большой? Ну, он как мяч, там паутина и серость какая-то. Вышла. Отлично. Открывая под шаром портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Даю команду на счет 3 в макушку головы. Муши начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. 1, 2, 3. Энергии пошли. Наполняет ее, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность усиливается. И частоту вибрации поднимаем до комфортного ей уровня. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, кошечка, так лучше тебе? Намного, она мыться начинает. Хорошо, я тебе обещаю, я закрою все порталы, беса здесь не будет, никто к твоей мисочке больше не подойдет. Ты хочешь что-то хозяйке передать? У тебя есть какие-то желания, я могу это сделать. Еды побольше. Еды побольше, хорошо. Передаем твое желание хозяйке. И для освоения энергии вибрации возвращаем мужу в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Кошечка синхронизируется и гармонизируется на всех уровнях. Пошел процесс. Она все еще голодная.
Готово. Хорошо. Ну, сейчас ей будет легче после этого, когда все уйдет. Так, мы все убрали, кошку почистили. Давай тогда, бес, пошли по квартире, показывай мне порталы. Зеркало в коридоре. Под зеркалом в коридоре, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается этот портал, фантом портала и наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Пошли дальше. Комната детская. Окно такое квадратное. Под этим окном внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портал и все частицы портала на переработку уходят. Закрываем, опечатаем, растворяем. Хорошо. Идем дальше. Дальше комната, как кабинет, видимо. И там где? Там шкаф, информационный портал какой-то, там много информации, цифры, буквы. Это шкаф? Да. Под шкафом открываю портал в галактическое ядро. Засасывается туда этот портал, фантом портала, частица портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Дальше. Это не шкаф, больше как полки. Там вот эта информация вся наживая. Все ушло? Да. Хорошо. Еще одна комната, еще одно окно. Под этим окном открываю воронку в галактическое ядро. Портал уходит на переработку, фантом портала уходит, и все частицы этого портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Туалет, пол. Где там? Пол. Хорошо. По всему периметру пола внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, частицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Здесь место еще. Между двух дверей от движения, оно да. Волнуется, там нет пока портала, но оно тоже живое. Хорошо, между этими дверями открываю внизу воронку в галактическое ядро, все порталы уходят, портал уходит туда, засасывается, фантом портала уходит и все его частицы на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, больше нет портала. Хорошо, возвращаемся к клетке. И... Я даю команду, на счет 3 идет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Шары готовы. Опиши. Космический меньше, чувства большие, огромный шар. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Космический уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес, забираешь. Забирает. Отправляю бесу. Готов. Готов уходить? Готов. Больше с ней приходи, мы все закроем здесь. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть.